Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афро Манго Мукбанго. Ну что ж, здравствуйте, утренний мукбанг. Сегодня опять готовлю сам. Так, у меня сегодня на утренний мукбанг кефир 2,5% жирности. Так, дальше. Так, что я заготовил? Значит, есть у меня вот такие булочки для гамбургера с кунжутом. Потом колбаска, колбаса, огурец. Да. И майонез оливковый. Слобода. Живая еда. Так. Ну ладно. Что ж, будем делать гамбургеры. Так. Домашние гамбургеры. Ой. Так. Огурец. Так, и две колбасинки. Да. Да. Вот такие вот гамбургеры. И что? Со вкусом. Маленькие со вкусом. Так, ну ладненько. Один готов. Следующий. Кричит заведующий. Так, дальше. Ой, сейчас все съедет. Так, сделаем так. Так. Следующий сделаем не так, по-другому чуть-чуть. Так, майонез. Майонез, колбаса. Колбаса. Майонез. Огурец. Не помещается. Ладно. Сейчас на другую тарелку. Ну, третий бутерброд. Гамбургер, точнее. Порежем чеснок. А тут еще чеснок остался. Да, буквально немного. Порежем чесноку. Майонезом. Так. Колбаса.
но уже без огурца. Огурец я съем. Ой. Еще у меня колбаса осталась. Но извините, я телефон трогаю, шатается. Колбаса, ладно, всем. Ну что ж. Сболтаем кефир. Надулся. Выливаем кефир. Опять как вода будет, как в тот раз. Нет, погуще. Так, почему всем сделать, чтобы было видно. Во. Так, нормально. Что ж, песочек еще. Ой. Кислющий. Опять. 2,5%. Мне не очень нравится кефир. Он кислый, а вот 3,2 нормальный. Так, положили песочек. Ну, видите, я как быстро приготовил гамбургеры домашние. Очень здорово сейчас появились эти булочки вчера. В Перекрестке были. Заходили, вот купили такие булочки. А что, чтобы батон не разрезать, вот уже продается, уже готовое. Так, по распаковочке вы видели. Вот. Ладно, что ж, будем кушать. И будем кушать. Хорошо. Так, всем приятного аппетита и просмотра. Что ж я придумал-то? Вкусно.
Очень вкусно. Ну что ж, хотел бы вам рассказать одну историю. Была она в прошлом веке. Работал я как-то на стройке, подсобником обычным, там этим, кирпичи таскать, цемент таскать, вот там все такое, помогать каменщикам. Вот. И в один из прекрасных дней, а было дело перед обедом, значит, а мне надо было что-то сделать на лесах. Ну, леса уже были сделаны. В общем, получилось так, что леса плохо были сделаны, во-первых. Там надо было полностью щиты вот эти вот. Вот как на лесах они, чтобы человек не упал. А там очень узкая была дорожка из доски. Ну вот, иду я перед обедом, мне надо что-то было сделать. В общем, иду по этим лесам. Нет, я вышел из окна, вот, на эти леса. Вот, еще раз повторяю, дело было перед обедом, и все ушли на обед. Иду по этим бревнам, ну не бревнам, а как он, по доске по этой, и вдруг у меня нога соскакивает с этого, с этих досок, и я падаю вниз. А высота, наверное, была метров, ну не знаю, может из... как бы не соврать, метров 6, наверное, примерно 6 метров. И вот, слава богу, это случай, если бы еще бы чуть-чуть, а там была внизу это бадья с этим, с раствором, который надо было поднимать каменщиком туда наверх. Ну там цемент замешали с песком, и чтобы кирпичи выкладывать. Ну, делать там дополнительный этаж. В общем, я упал так, что у меня... Значит, я лежу на боку. Я помню это как бы... Ну, когда я упал, да... Я вспомнил, ну, на шоковом состоянии, ну, когда был в шоковом состоянии, я был, упал. И я помню, что у меня одна рука, левая, в этот цемент угодила полностью. Вот там, господи, не знаю, считанные сантиметры было от бадьи, и чтоб... И еще хорошо я головой об эту бадью, это самое, не ударился, как говорится. Это слава богу, да. Вот. И это самое... В общем, в шоком состоянии все. Чуть-чуть... Ну, помню, видите, как я вспомнил, что рука у меня угодила. И, в общем, там через какое-то время уже... Не знаю, начали меня искать, наверное, увидели, что я это самое... Лежу уже на земле, на асфальте, вернее. Вот. И у меня... Сразу больница. Скорую вызвали. Я в шоке.
меня скорее бы в эту больницу. В общем, диагноз такой у меня был, что два мощных ушиба этой ноги и руки. В общем, я упал на бок. Получается, не спиной, не лицом, а вот упал на бок. Вот. Еще хорошо, что бадью не зацепил. Вот. Слава богу, что не зацепил. Вот такой вот случай. Производственный случай, да. Продолжаем есть гамбургеры. Гамбургер просто отличный. Сам придумал. Да, вот так вот. Хорошо. Если кто работает на стройке, будьте очень аккуратны. Самая опасная работа. Ну, конечно же, я никого не буду винить, сам виноват. Сам полез. Ну, в итоге я в больнице пролежал сколько? 10 дней. Да. 10 дней, пока все прошло. Mm-hmm.
Фантастика. Нравится, что я сделал. Ну, везде, где бы вы ни работали, везде нужно внимательным быть и аккуратным. Так, что ж. Наливаем еще кефирок. Капля за каплей, капля за каплей. И океан. Угу. Что ж, надо досластить. Так. Да. Этот кефир погуще, чем тот. Тот, как вода, все равно был. Что ж, второй гамбургер.
Очень вкусно. Вкуснотища, вкуснотища. Попробуйте и вы такой же. Или почти такой. Я уже хотел сюда еще яйцо добавить, но передумал, потому что будет толщина большая. Неудобно будет кушать, все будет вываливаться. Тут даже чем тоньше режешь, тем лучше.
Было вкусно. Спасибо, Мартин. Спасибо, Мартин. Спасибо. Себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Вот такой был мукбанг на канале Афроманго Мукбанго. И вот такой случай со мной произошел. Ну вот, все. Время у нас без 5:08 утра. Я сегодня проснулся рано. Вот. Так что, вот так. Проснулся рано, пока приготовился, пока что. Пока все нарезал для этих гамбургеров. Пока все приготовил. Ну и вам показал частично готовочку. Все, давайте, ребята. Всем мира, добра и позитива. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. И нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все, до свидания. До новых встреч. Не болейте.